Якщо грибок вам дошкуляє, естезофін допомагає. Ну, кажется, все. Нет, не все. С этим медальоном я выходила замуж за твоего дедушку. Потом хотела твоей маме передать на день свадьбы. Ну, до свадьбы так и не дошло. А теперь твоя мама смотрит на тебя с небес и нарадоваться не может. И я вместе с ней. Спасибо, бабулечка. Ну, давай сегодня не будем плакать, только улыбаться. У нас ведь праздник. В этот день должна была начаться моя счастливая жизнь. До встречи в ЗАГСе. До встречи. Все было как в сказке, как в самом красивом романтическом фильме. Но этот день стал последним нашим днем. Через мгновение все превратилось в кошмар. Три минуты до экзамена. Три минуты! Без нас не начнут. Пойдем. Иск удовлетворить. Обязать ответчика выплатить компенсацию в полном объеме. Филигранная работа, господа. Второе дело подряд, и вы опять на высоте. Михаил Семенович. Это во многом заслуга Артема. Не преувеличивай. Нет, это ты не скромничай. Твой дядя верно говорит. Я ему тогда еще сказал, когда тебя в первый раз увидел. Молодой, охватка, как у профи. Молодец. Так держать. А знаете что? Я тут подумал. У меня дочь сегодня последний экзамен сдает. Соберутся друзья семьи, родственники. Что, если нам объединить эти два повода и отметить хорошенько, а? Конечно, с удовольствием. Да, Артем? Да, конечно. Спасибо за приглашение. Ну вот и хорошо. И Сашке будет с кем пообщаться. Ну, ты видишь, я была права, когда сказала, что нужно все повторить по последней теме. Ну, вот как чувствовала. Блин, я думала, что он меня завалит за все мои прогулы. И, конечно же, ты была права. Мне повезло, что мне достался вопрос из этой самой последней темы. Теперь все. Катюха, буду слушать только тебя. Не будешь. Я же тебя знаю. Нет, не буду. Саша. В общем, наши все вечером в клуб идут. Ты
Вы придете? Не знаю. Мы еще не решили. Ясно. Я буду тебя, вас ждать. Ты это, приходи. Бедный этот Игорь. Мне его так жалко. Он за тобой с первого курса бегает. Может, и правда сходим? Может, сходим. Я не знаю. Папочка закатывает ужин в честь моего последнего экзамена. Слушай, а может, и ты придешь, а? Будет веселее, и мы сможем побыстрее к нашему сбежать. Ну, пожалуйста, я там от этих нудных разговоров с ума сойду. Саш, не знаю. Я вряд ли подхожу для такой компании. Ты всегда так говоришь. Ну, потому что это правда. Ну, пожалуйста. Ты же моя лучшая подружка, и мы всегда все делали вместе. Ну, не бросай меня. Так, все. Я тебя подброшу и в 6 жду у себя. Катюш, а что ты будешь на ужин? Бабушка меня, Саша, пригласила. Я у нее поужинаю. А потом мы с однокурсниками пойдем отмечать последний экзамен. Бабуль, ну сколько можно, а? Саша моя подруга, и всегда ею будет. Даже если тебе кажется, что мы с ней слишком разные. Мам, ну Катя же не виновата, что у нее нет таких возможностей. И я вообще не понимаю, почему мы опять об этом говорим. Ну, может быть, потому, что она постоянно ошивается в нашем доме для того, чтобы эти возможности получить. Ну, сколько можно? Катя не такая. Ей вот это вот все вообще не нужно. Саша, Саша. Раньше я закрывала глаза на эту вашу странную дружбу. Но знай, такие, как Катя, они постоянно лицемерят и используют своих более успешных подруг как трамплин для того, чтобы прорубить себе дорогу в высший свет. А ты этого не замечаешь. Да, мам. Вот это видишь? Вот это наша троюродная тетя. Папа ее терпеть не может, но мама всегда настаивает, чтобы она была. О, а вот это вот мамина подруга детства. Кажется, с ее 4-м или уже 5-м мужем. Я, честно говоря, уже со счета сбилась. Ну, главное, чтобы она сама не сбилась. Вот в этом как раз я не уверена. А это кто такой? Не знаю. По аутлетам, скорее всего. Ну, мне самой очень интересно. Ну что, пойдем? Угу. Спасибо. Проходите. Людочка, познакомься. Одна из лучших команд скорой юридической помощи. Адвокаты Левашовы. Валерий, Артем. Очень приятно. Да. Мне тоже приятно. А вот и виновница торжества. Моя дочь Саша, умница, красавица. С сегодняшнего дня еще и магистр финансов. Поздравляем. Спасибо. Саша. Артем, мои поздравления. Спасибо. Саша, можно вас украду? На минутку. Как учеба? Простите. А я так понял, вы тоже магистр? Да, совершенно верно. А тогда и вас поздравляю. Спасибо. Артем. Катя. А диплом действительно красный? Извините, я на минутку. Артем, а что же вы тут стоите? Пойдемте, я познакомлю со всеми. С удовольствием. Вот это Людмила, а это Богдан. Артем, очень приятно. Что ты здесь делаешь? Как ты меня нашел? А я не терял тебя из виду. Господа, прошу минуту внимания. Я хочу, чтобы мы все вместе
поздравили мою любимую дочь с окончанием университета. Сашка, я тобой очень горжусь. И надеюсь, что, получив диплом финансиста, ты станешь моей правой рукой. И мы вместе будем развивать нашу компанию. Которой, кстати, в этом году исполняется ни много ни мало 15 лет. Мой папочка решил, что я буду работать в его компании. Я не понимаю, с чего это он взял. А вы ведь финансист. Логично. Ну, я диплом получила просто, чтобы от меня отстали. Я не собираюсь тратить свою жизнь на всякую ерунду. А на что вы собираетесь тратить свою жизнь? Ну, в мире много всего интересного. И это точно не корпоративные финансы и занудная офисная работа. А у вас какие планы на будущее? А я буду искать работу по специальности. И не боитесь заскучать в офисе? Ну, я с трудом поступила в этот университет. Мест на бюджете было мало, поэтому я бы хотела попробовать. Да и вообще, мне кажется, что это мое призвание, и меня совершенно не смущает работа в офисе. Правда? Мне тоже. Спасибо. А потом мы полетели в Осло, гуляли по Центральному парку и наткнулись на одно здание с деревянным фасадом. Как ты думаешь, что это? Никогда не догадаешься. Это у них детский сад в дизайнерском стиле. В Центральном парке. Что? В Центральном парке. А, детский сад. Да, вначале я прям никак не мог влиться в столичный ритм. Я все время опаздывал, ничего не успевал. Психолог жутко. Даже хотел все бросить. У нас очень хорошие ребята там были в юридическом, веселые, простые. Я как-то через год уже в столице чувствовал себя своим. Но, честно говоря, я рад, что вернулся. Да. А я бы пожила в столице. Хочу папу уговорить, чтобы он мне пробил стажировку там. Снять классную квартиру в центре, рисовать, ходить на выставки, общаться с кем захочу. Никакого контроля, полная свобода. Ой-ой-ой, нам уже пора. Боже, я и забыла. А может, мы все-таки останемся? Мы пообещали. Девчонки нас ждут и поехали. Ладно. Вы извините, Артем, но нам уже пора. Угу. Было очень приятно познакомиться, и я надеюсь, что до встречи. Да, до встречи взаимно. Всего хорошего. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Поздравляем. От всей души. Слушай, красивая девушка. Я бы на твоем месте не упустил бы такой шанс. Надеюсь, не упущу. Ну и как он тебе? Кто? Ну, Артем этот. Не знаю. Да я же его толком и не видела. А мне прямо очень понравился. Ну, знаешь, так, по-настоящему. У меня редко такое бывает. Да, я заметила. Слушай, наша любимая песня. Твой муж занят гостями, не волнуйся. Чего ты боишься? Мы же просто разговариваем. Сколько мы не виделись? Лет 20? 23 года и 8 месяцев. Валер, неужели ты не понимаешь, насколько это все неуместно? Неуместно? Неуместно всю жизнь помнить женщину, которую ты любил больше всего в жизни. А она выбрала другого. Прости, я не собираюсь извиняться за свои чувства. В том, что ты вышла замуж за Коновала, я узнал совсем недавно, когда начал вести его дела. Я был удивлен не меньше твоего, но
Потом я понял. Это же мой шанс снова тебя увидеть. Ты совсем не изменилась, мелочь. Что ты такая же красивая, как и была. А я такой безнадежный однолюб. Катрин, что скучаешь? Пойдем. Да, что-то настроения нет совсем. Давай. Пока Коновалов нами доволен, нужно ловить момент. Я хочу забрать под себя юридическое сопровождение всех его сделок. И если это выгорит, закроем вопрос по деньгам. Ну, хотя бы частично. Да, понимаю. А ты как провел вечер? Слушай, там было много полезных людей. Дочка Михаила от тебя не отходила. Мне кажется, ты ей понравился. Да я как-то не заметил, не знаю. Слушай, как это можно было не заметить? Она на тебя так смотрела. Ты пригласил бы девушку на свидание? О, я даже не знаю. Саша, конечно, красивая, эффектная, но не в моем вкусе. Мне подруга ее понравилась. Катя. Что-то в ней есть такое. Так это ты ее не хочешь упустить? Вот эту серую мышь? Ты серьезно? Прости. Я не это имел в виду. Просто на фоне Саши. Ну, ты все-таки присмотрись к ней. Не хочешь на свидание? Ну, пригласи хотя бы на кофе. Ну, подружитесь, пообщаетесь. Там видно будет. Зачем? Я не хочу морочить девушке голову. Артем, ты понимаешь, насколько важна для нас эта семья? Попрощаться не вышло. Могла бы повежливее себя вести. Что я, по-твоему, должен был людям сказать? Ну, прости, пожалуйста. Я просто целый день готовилась, крутилась и встала ужасно, голова разболелась. Ну да, крутилась она. Со стороны послушать, как ты вкалываешь в пути лица. Сама всю жизнь дома просидела, на всем готовом. Катя! О, Артем! Здравствуйте. Здравствуйте. А что вы здесь? Да я, честно говоря... Привет. Давно ждешь? Я пока обходной писала, куча времени прошло. А ты как, все документы оформила? Да?
все. Ну, я пойду. Не буду вас отвлекать. Хорошего дня. Может, вы с нами? Мы с Сашей собирались в парке погулять. У Кати работа. Да, она у нее очень сложная и важная. Не будем отвлекать человека. Пока. А потом папа арендовал яхту, и мы прошли практически все побережье. Там такая вода, бирюзового цвета. Я такого никогда не видела. Вот в этом году, кстати, мы тоже планируем туда поехать всей семьей. И друзей приглашаем. Так что, если захочешь, то присоединяйся. Или, если что, можем отсоединиться и сами куда-то поехать. Да я, честно говоря, не знаю, не думал об отдыхе в этом году. У нас очень много работы. Ну так, давай подумаем. Обещай, что подумаешь. Хорошо. Слушай, может, в кино сходим? Ты какие фильмы любишь? Да даже не знаю, я кино не особо люблю. Понятно. Расскажи, как вы с Катей познакомились? Вы давно дружите? С Катей? Да, давно. Мы с ней очень разные, но мне иногда кажется, что почти как сестры. А что? Просто интересно. Просто интересно. Понятно. Слушай, а может кофе выпьем? Я знаю тут одно прикольное местечко. Как скажешь. Пойдем. Ваш кофе. Спасибо. Пока нет. Угу. Что это наш доктор опять хмурый, как туча? Да, сегодня у него совсем нет настроения. Сегодня? Да он всегда такой. Алексея зовут. Работает хирургом. Здесь, недалеко, в клинике. Каждый день к нам обедать приходит, сядет, уткнется в свой ноутбук и ни с кем не разговаривает. Бедный. Наверное, очень устает. Быть врачом, да еще и хирургом – это огромная ответственность. Смотри, подружка твоя с каким-то красавчиком. Катюш, привет. Кать, так вы здесь работаете? Да. А Саша вам не рассказывала? Нет, я еще не успела. Мы просто гуляли, и я решила Артему показать это место. Ты говорила, что у вас самый лучший Наполеон. Что, удивишь нас? Да, конечно. Воды? Нет, спасибо. Отвёшь, пожалуйста, здесь столик, а то как-то что-то липко. Да, конечно. Вот здесь. Здесь чисто. Приятного аппетита. Спасибо. Спасибо. Не понимаю, как это может так весь день работать. Эти тряпки, поднос, чаевые. Все это так унизительно. Не вижу здесь ничего унизительного. А это просто работа. Приятного аппетита. Взаимно. Ваш счет. Спасибо. У вас все хорошо? Такое ощущение, что вы чем-то расстроены. Надо же. Я думала, вы ничего не замечаете. Я замечаю только то, что мне важно. Например, что вам, Катя, очень идет улыбка. Хорошего дня. Спасибо. Ну что, спасибо за приятный день. А, так тебя подвезти? Нет, спасибо, я на такси. Тогда до свидания. До свидания.
Это было жестко, Федя. Я пошел ва-банк с парой карманных тузов против двух десяток. И проиграл. Все. Ну, это покер. Что ты хотел? И что, много слил? Даже не спрашивай. Я не хочу произносить эту сумму вслух. Не слушаешь ты меня, Валера. Азартные игры тебя погубят. Впрочем, не все так плохо, насколько я знаю. Ты ведь теперь с Коноваловым работаешь. А ты, Федь, я вижу, в курсе событий. Так же, как и ты. Это наш хлеб. Тут такое дело, Федя. Ну, выиграл я для Коновалова пару судов. Ну, заплатил мне за это пару копеек. Даже долги закрыть нечем. Я хочу сыграть по-крупному, Федя. Узнаю друга. Давай, колись. Что задумал? Ты ведь не просто так меня позвал. Я вот что подумал. Если заключить с Коноваловым договор на полное юридическое сопровождение всех его сделок, можно будет получить доступ к его документам. А потом использовать это в нужный момент. Вариант хороший, но вряд ли сработает. У Коновалова на всех ключевых должностях свои люди. Родственники, друзья, они чужака к кормушке не допустят. Вот поэтому я и хочу подобраться к нему поближе. А потом... Есть у меня к нему личные счеты. Катя. Артем. Я вас ждал. Вы зря. Ну, вы же знаете, что мы с Сашей подруги. Да и наверняка уже заметили, что наши отношения стали портиться из-за... Из-за того, что мне нравитесь вы? Артем, я не знаю, что Катя, вам... Уже поздно. Давайте я вас провожу. Мать бросила нас с отцом, когда мне было 5. Отец был простым рабочим на заводе. И когда его не стало, дядя забрал к себе. Угу. Тогда как у меня и появились первые деньги, какие-то возможности. А еще я очень хорошо знаю, что такое добиваться всего самому. Ну, я ничего такого не делаю. И у меня нет огромных планов по завоеванию мира. Какие у вас планы? Не знаю. Я бы хотела найти хорошую работу, чтобы мне было интересно, и чтобы я знала, что делаю что-то полезное для других. Смешно звучит? Нет, совсем нет. А мы уже пришли, мой подъезд. Артем, я хочу, чтобы вы понимали. Я не предам Сашу. Катя, у нас с Сашей ничего нет. Ну, вы ей нравитесь. Она моя подруга. Я, когда вас впервые увидел в доме, я сразу понял, что это что-то... Вы другая, вы не такая, как все. У меня такого раньше никогда не было, чтобы вот так. Я же вижу, что вы то же самое чувствуете. Правда ведь, Кать? Если я все это себе придумал, скажите, и я больше никогда вас не побеспокою. Артем, это... Я ведь все это не придумал. Правда? Это все не имеет никакого значения. Это имеет очень огромное значение.
Что-то случилось, Катюш? Случилось. Что-то очень хорошее случилось, бабуль. И одновременно очень плохое. Я даже не знаю, что с этим делать. Не спрашивай больше ничего, ладно? Привет. Привет. Проходи. Я тебе звонила, всю неделю писала, ты не отвечаешь. Настроения не было. Хотелось побыть одной. У тебя такого не бывает? Бывает, конечно. Ну, все-таки нам нужно поговорить. Говори. Я... Точнее, мы с Артемом. Мы нравимся друг другу. Очень. И мне кажется, что мы теперь вместе. Ого. Даже так, да? Я правда не думала, но так просто получилось. Я очень не хочу, чтобы мы с тобой из-за этого ссорились. Да мне как-то плевать, что ты не хочешь. Саша. Катя, вон пошла. Пошла вон, я тебе сказала! Что-то случилось?
проиграл. Одно дело. Какое? 3 месяца работы коту под хвост. Самое главное, денег не будет. Нечем будет долги закрыть. Такое случается. Ничего. Мы что-то придумаем. Я тебе помогу. Случается, да. Ведь ты и вправду можешь помочь. Конечно. Просто женись на Саше. Что? Коновалов своих не бросает. Если мы станем его родственниками... Я обручился с Катей. Спасибо тебе, племянничек. Помог так помог. Отличная благодарность за все, что я для тебя сделал. Пожалуйста, успокойся. И давай завтра все обговорим и обсудим. Сегодня ты выпил и раздражен. Каким я вырастил тебя эгоистом. Это хорошо, что отец твой тебя никогда таким не увидит. Потому что мы с ним вдвоем, вот так вот, спина к спине, одни против всех. А ты, предатель... Да замолчи! Я ничего подобного к себе, кажется, не заслужил. Я слышать тебя больше не хочу. Они женятся, мам. Представляешь, женятся. Первый раз в жизни я так сильно кого-то полюбила, она просто взяла и забрала его у меня. А я тебя предупреждала. Да. Да, я уверена, она его вынудила. У нее всегда был меркантильный интерес. Мамочка, я так жалею, что я тебя раньше не слушала. Тихо, ну перестань, не надо. Не надо, успокойся. Ничего, она заплатит. А как же? Бумеранг всегда возвращается. Спасибо. Милочка, ты прекрасна, как всегда. Спасибо, Валер. Признаться, я приятно удивлен твоим звонком. Даже не надеялся. Я готовился к встрече как юнец. А я не просто так позвонила, Валер. Мне нужна твоя помощь. Это касается моей Саши и твоего племянника Артема. Вернее, его свадьба с этой. Я просто не понимаю, что он нашел в этой серой мышке. Нет. Она не мышка. Вот здесь ты ошибаешься, Валер. Ты даже не представляешь, кто эта девчонка и на что она способна. Я не знаю, могу я это говорить или нет, но... Словом, Саше очень понравился Артем. Эта подруга. Она его попросту увела. Валер, я не могу видеть, как Сашка страдает. Я, правда, первый раз в таком состоянии вижу. Она заперлась в своей комнате. Она ничего не ест, она не спит нормально. Я вообще боюсь, она что-то с собой сделает. Не плачь, милочка. Свет. Послушай меня, я... Я тебе даю слово. Этой свадьбы не будет. Дрейф, адвокат. Я тебе ничего не сделаю сегодня. Тебе просили передать привет. Догадывайся, кто? Так вот, если к концу месяца ты не вернешь все, что проиграл, сначала мы возьмемся за твоего племянника, а потом... Потом мы и тебя в асфальт закатаем. Уяснил?
Дорогой дядя, я хочу тебя кое с кем познакомить. Мне кажется, мы с вами уже знакомы. Да. Здравствуйте. Но теперь я хочу представить Катю как мою невесту. Ну что ж, добро пожаловать в семью. Я говорил? Да. Посмотри. Посмотри, какое красивое. Длинное, прямо в пол. А когда я замуж выходила в моде, были мини. Так я нашла выкройку и шила себе такое на свадьбу. Из белого гипюра. Все коленки наружу. Свекровь чуть в обморок не упала. Она мне потом долго это платье вспоминала. Так ты у меня была модница, оказывается. А как же? Когда же еще модничать, как не в молодости? Катюша, детонька моя, я хочу, чтобы ты была очень счастливой. Я буду. Обязательно буду. Ну, прекращай. Ничего. Старая стала, чувствительная. Какая ты у меня старая? Нам с тобой еще на свадьбе танцы танцевать и внуков нянчить. Так что давай, прекращай. Надо еще платье выбрать. Жених и невеста едут в ЗАГС в разных автомобилях. До встречи в ЗАГСе. До встречи. Поздравляем! Через мгновение все превратилось в кошмар. Кажется, я ее знаю. Как ее зовут? Катерина Маликова. Так, так. Вам дальше нельзя. Это операционный блок, стерильная зона. Доктор, мы очень надеемся на вас.
Артем, ждем здесь. Там ты, Катя, ничем не поможешь. Как она? У нее открытая черепно-мозговая травма. Повреждены внутренние органы, обширное кровоизлияние и переломы лицевых костей. И что это значит? Она в очень тяжелом состоянии. Нужна операция, и от этой операции будет зависеть, выживет она или нет. Но я хочу вас сразу предупредить, что шансов, к сожалению, очень мало. Ласточка моя, как же так? Как же я тебя не уберегла? Доктор, все, что нужно, любые деньги, я все затраты беру на себя. Лучший уход, лучшие условия, все, что потребуется. Да, конечно, само собой. Анна Кимовна, не переживайте, это лучшая клиника в городе. Я не зря привез Катю именно сюда. Причем вези Анну Кимовну, пожалуйста, домой. Нас сегодня все равно Катя не пустит. Здравствуйте, доктор. Что? Я возьму. Я за лифт. Давайте без прелюдий. Пациентка не должна пережить операцию. В смысле? В прямом. Вообще, в своем уме, вы что мне предлагаете? Я врач, а не убийца. Еще вы мой должник. Что же за человек такой? Зачем? Давайте без заламывания рук, ладно? Зачем? Это вас не касается. Если мы сейчас с вами не договоримся, я обнародую улики. А дело еще не закрыли за сроком давности, так что она должна умереть. Все, точка. Что с вами? Вам плохо? Что случилось? Кардиологическую, быстро! Бегом! Тише, тише, тише. Мам, дай пульт. М? Пульт дай. ДТП произошло сегодня утром. По предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением и протаранил автомобиль свадебного кортежа. Тяжелые травмы получила невеста Екатерина Маликова, для которой день собственной свадьбы обернулся страшной трагедией. Данила. Пойду позвоню Валере. Может, помощь нужна. Мам. А помнишь, ты говорила про бумеранг, который вернется? Алексей Павлович, анализы. Дальше. Снимаем халат. Спасибо, Вадь. Доктор, это вам за работу. Уберите деньги. Не ломайтесь, док. У всего есть своя цена. Вы это заслужили. Уберите ваши деньги, я прошу вас. Я не буду убивать человека. Тем более двоих. Двоих? Да. Пациентка беременна. Вот анализы. Не верите мне? Сами убедитесь. Это точно? А она может родить в таком состоянии? Да. Такие случаи уже бывали. Хорошо, пусть она рожает. Только никому ни слова о беременности. Никому, понятно? Рано или поздно это станет заметно. Это мои проблемы. Хорошо. Давление падает. Острая дыхательная недостаточность. Подключаем кислород.
Остановка сердца. Адреналин. Пульса нет. Дефибриллятор, быстро. Разряд. Дыши, давай, дыши. Разряд. Я же говорил, Леша, она безнадежна. Лучше бы в реанимацию брать. Разряд! Есть пульс. Хорошо. Спасибо. Операция прошла успешно. Она будет жить. Спасибо. Спасибо, доктор. Но радоваться пока рано. Она в коме. Как в коме? Но она же из нее выйдет. Она придет в себя. Это кома третьей степени. Точно никто не знает. Остается только надеяться и ждать. Мне очень жаль. А если она не выйдет? Терминальная кома, а затем смерть мозга. Простите, мне надо идти. Саша, добрый день. Здравствуйте. Ну как там, Катя, вы были у нее? Без изменений. 3 недели в коме и совершенно никаких прогнозов. А Артем? Ну, Артем переживает. Я переживаю за него. Он целыми днями сидит в больнице, не отходит от Кати. Хорошо, что мы с вами встретились. Я давно хотел с вами поговорить. Понимаете, Артему сейчас нужен кто-то, кто его понимает. Друг. Человек, который сможет его поддержать и разделить с ним его тяготы. Мне кажется, что это именно вы, Саша. Почему вы решили, что это именно я? Я думаю, вы сами это заметили. Вы с Артемом очень похожи. Я не знаю, как вам это объяснить. Да, но тем не менее, жениться он хотел именно на Кате. Да, так бывает. Он увлекся. Но сейчас... Я недавно разговаривал с вашим папой. Он сказал, что предложил моему племяннику работу в одном из филиалов столицы. Тогда он отказался. Но сейчас он может изменить свое мнение. Что вы предлагаете? Чтобы я его уговаривал? Почему уговаривал? Повлияли? Он отдалится от Кати. Вы будете общаться. Сможете поехать туда вместе. Нет. Я не буду его уговаривать и не буду ему говорить, куда-то ехать. Он сам должен принять решение. Саш. Но вы же сами этого хотите. Я хочу, чтобы моя подруга была здорова. Это единственное, что меня сейчас волнует. До свидания. Thank you.
Ну, где он? Скоро посадка будет, его нет. Ну все, ну не нервничай. Сейчас будет. Помни, что ты поступаешь правильно. Эта работа позволит тебе оплачивать Катин лечение. Ты сможешь приезжать к ней каждые выходные. Потом она поправится, и все будет как раньше. Ну, наконец-то. Ну, не нужно так нервничать. Я вообще никогда не опаздываю. На, вот, держи. Здесь твои дипломы, сертификаты, пусть будет. Вот зачем это? Я им сбрасывал скан-копии, они все видели. Пусть будет. Пусть они знают, какой ценный сотрудник. Сотрудники у них появились. Сейчас. Алло. Да, слушаю. Я очень рад, что ты прислушалась к моим словам. А я вот не знаю, рада или нет. Это девочка. Состояние удовлетворительное. Сегодня деньги будут на счете. А улики я уничтожу, когда вы полностью выполните все свои обязательства. Обязательства выполнены. Пациентка не пережила роды. Хотите зайти проверить? Нет. Похороните ее сами. А мне пришлите свидетельство о смерти. Я все оплачу. Как дела, Сереж? Все под контролем, Валерий Олегович. Камеры по периметру дома установлены, как вы и хотели. Это очень хорошо. Я благодарю тебя за оперативность. А то конкуренты не дремлют. Как и ваша служба охраны. Вот это правильно. И вообще, Сереж, я очень рад, что ты с нами. Спасибо, Валерий Олегович. Привет. Голоден. Что будешь есть? Из твоих рук? Хоть яд, любовь моя. Но сначала дело. Где Ксюш? Поехали с Сашей к психотерапевту. Опять? Ну, может, хватит ее таскать по врачам? Ну, надо же что-то делать, если это аутизм. Врач говорит, очень похоже. Девочка растет замкнутой, нелюдимой. Никто не может с ней найти общий язык. Вон вчера очередная няня уволилась. Послушай, ну не выдумывай. Я в детстве тоже был неразговорчив. Перерастет. Ну при чем здесь ты? Это совсем другое дело. Впрочем, это можно было предвидеть. Мила. Давай, чтобы я этих разговоров больше не слышал. Хорошо. Ну, прости. Так, кстати, Аня, я пойду их встречу. Угу. Спасибо.
права. Папа. Привет, принцесса. Привет. Добрый день. Привет, Федя. Как дела? Ничего, держимся. Как ты? Хотя можешь не отвечать. Сам вижу, устроился хорошо. Вот что значит жениться. Вы не завидуете, Федор Петрович. Мне просто немножечко повезло. Да, Коновалов очень вовремя нас покинул. Все мы не вечны, Федя. А Михаил Семенович, он не берег себя. Можно сказать, сгорел на работе. Плюс возраст, сердце. Ну да. Сердце. Ладно, не для того же ты меня позвал, чтобы о покойнике говорить. Умер и умер. Мы-то с тобой пока еще живы. Ты будешь что-нибудь? Чай, кофе, покрепче что-нибудь? Нет, ничего не хочу. Я тебя внимательно слушаю. Компания теперь твоя, значит, и проблем никаких не должно быть. А вот здесь мимо. Компания принадлежит Людмиле. И проблемы все-таки есть. Не так просто вынуть деньги со счетов. И ты позвал меня, чтобы я это как-то решил. Бинго. Возьмешься? Да возьмусь, конечно. И не такое решали. Я ожидал этот ответ. Я сейчас веду тебя в курс дела. Ты точно ничего не будешь? Разговор у нас будет долгий. Я тебя слушаю. Привет. Привет. Поговорить надо. Давай утром. Завтра трудный день, рано вставать. Завтра будет то же самое. Садись, поговорим. О чем? Мы с Ксюшей тебя совсем не видим. Я твоя жена, а Ксюша твоя дочь, если ты не забыл. Слушай, ты знала, за кого выходила? Ты знал, что я... что мне это нелегко дается. Да знала я. Знала. Просто оказалось, мы были счастливы. Тогда, когда уехали после аварии. И ты был счастлив. Ты был другим. А сейчас здесь тебя... тебя как будто бы нет. Просто твоя оболочка.
Я правда, я не знаю, как мне все это исправить. А может, мы уедем? Там, где никого нет. На море. Втроем. Я мечтаю родить тебе сына. Я верю, что у нас все будет хорошо. Саша. Я правда устал, и мне хочется отдохнуть. Иди. Доброй ночи. Дверь была не заперта. У вас что-то случилось? Я могу чем-то помочь? Да, если перестанете за мной следить. Наблюдаем еще этого пациента, посмотрим, как поведет себя организм, и дальше уже будем принимать решение. Так, ну что, коллеги, на сегодня обход закончен, даже раньше графика. Всем спасибо и до завтра. До свидания. Счастливо. Ну зачем вы так, док? Мы же с вами старые друзья. Разве нет? Как сестра, племянники, все здоровы? Что вам опять от меня нужно? Ну почему сразу нужно? Я вообще пришел поблагодарить вас. Вы мне очень сильно помогли с рецептом. Когда у человека проблемы с сердцем, очень важно выписать правильный препарат. Послушайте, вы, чем вы там занимаетесь, это ваше дело. Я ничего не хочу об этом знать, ясно? И вообще, мы с вами давно в расчете. Вы не волнуйтесь, доктор. Вдруг вас сердечко прихватит. Мы с вами так сработались. Я не хотел бы терять такого надежного партнера. Вы что, издеваетесь надо мной? Ладно, ладно. Алексей Павлович, я понимаю, что... Наверное, создаю вам некоторые неудобства, но это закончится. После того, как вы окажете мне одну услугу, последнюю, я обещаю, мы с вами разойдемся. Я отдам вам то, что вы хотите получить, и вы свободны. Договорились? Ты чего? У тебя все хорошо? Мне сегодня не будет. Все-таки у тебя талант. Да. Надо заниматься. Ну да. Только вы с папой никогда так не считали. Навязали мне эту экономику. И что в итоге? Ни финансистом, ни художником я так и не стала. Ну, мы с папой хотели как лучше. Что делать? Иногда родители ошибаются. Не знаю. У меня же нет своих детей. Сашенька, ну... Я не это имела в виду. Ты еще так молода, у тебя будут дети. Ну что ты? Мам.
А тебе не кажется, что твой новый муж завел тут свои порядки? Например? Например, это охрана повсюду. Камеры. Папа этого вообще не любил. А Валера просто другой. Ты же знаешь, я и в папины дела особо не вникала, и в Валерины не лезу. Может, зря? Сашенька, ну, Валера же для нас старается, для нашей безопасности. Ну да, или чтобы нас контролировать. Я не понимаю. Я не понимаю, почему тебе не нравится Валера. Он всегда так хорошо к тебе относился и был так рад за вас с Артемом. Да, конечно, он был рад. Только в итоге он потом все так перекрутил, что наша свадьба с Артемом не так уж и важна. Ты это о чем? Мам, я не знаю, просто... Просто все то, что случилось с папой и с Катей, кто в итоге оказался в выигрыше. Ты извини, я не хочу сказать, что он тебя использовал. Ну-ка замолчи! Как ты смеешь? Совсем не стыдно? А что, меня нельзя просто полюбить? Я не заслуживаю, да? Не заслуживаю счастья? Мам. Ну скажи! Мам, я не об этом. А я об этом. Ага. Артем, ты мне нужен на одной встрече, это важно. Да, все, договорились. Давай. Да, важно. Значит, поеду. Я давно хотел тебе сказать, Артем. Запустил ты себя. И в работе, и в семье. Это все? Нет, не все. Ты имеешь намного больше, чем другие. У тебя есть дом, деньги, статус, жена красавица, дочь, наконец. Ты можешь делать все, что ты хочешь, а ты? Ни я, ни тем более твой отец. В твои годы даже мечтать о таком не могли. Ну чего тебе не хватает в этой жизни? Счастье. Счастье. Да-да. Простого человеческого счастья. Все бы за него отдал. Господи, какая же ты тряпка. Ну ладно, тебе плевать на деньги, на семью, на всех нас. Ну ты хотя бы о дочери подумай. Ну ты ей нужен. Чего ты от меня хочешь? Объясни мне. Что тебе нужно? Я сделал все, что ты хотел. Я женился на Саше. Я работаю в этой компании. Хорошо, если ты настаиваешь. Я буду приходить домой пораньше и буду делать вид, что я примерный отец. Только что это изменит? Итак, в зоопарке жили 12 бегемотов, 4 тигра, 3 обезьяны и 2 енота. Запиши, сколько всего животных. Леша пришел! Ребята, Леша с работы вернулся. Он устал, отдохнуть хочет. А давайте-ка вы быстренько в свою комнату делать уроки. Хорошо? Мама, ты нам после уроков сказку обещал. Ну и будет вам после уроков сказка. Ура! Ну как ты? Все нормально? Нет. Он опять в больницу приходил. Что ему еще надо? Пока не знаю, но больше в его игры я играть не собираюсь. Помнишь, я говорил, что в прошлый раз он за рецептом приходил? Ну. Так вот сегодня он намекнул, что... В общем, ладно. Надо действовать и быстрее, чем мы планировали. Где Катя? Я здесь. Раз надо, значит, будем действовать. Я думал, у нас будет больше времени, но... Мне не нужно больше времени. Я знаю все про этот дом и про этих людей. Я хочу вернуть свою дочь и свою жизнь. Хотите зайти проверить?
нужно найти дом за городом. Срочно. Да. Она приходит в себя. Я готова. Хорошо. Я позвоню человеку из агентства. Завтра тебя вызовут на собеседование. Боже, какое счастье, что ты моя жена. Валера, Я хотела тебя спросить, а почему ты никогда не рассказывал мне о своем первом браке? Да тут, собственно, и рассказывать-то нечего. Когда ты вышла замуж за Коновалова, я встретил Тамару. И мне показалось, что я смогу тебя забыть и начать все сначала. Не сложилось. Но почему? Детей у нас не было, а полюбить Артема она не смогла. И... А почему ты вдруг интересуешься? Понимаешь, просто некоторым моим знакомым кажется, что ты женился на мне, потому что я богатая вдова, и ты сам понимаешь. Это Саше кажется, да? Ты должна слышать свое сердце. Разве ты не чувствуешь, что я тебя люблю? Разве то, что я все эти годы не мог тебя забыть, не доказательство? Я правда не знаю. Милочка, ну подумай сама. Я успешный адвокат. Я никогда не претендовал на твои деньги. Ну да, я переехал к тебе, но ты ведь сама этого хотела. Мы можем переехать в нашу квартиру хоть завтра.
Я тебе верю. Правда. Я верю. Просто. Я не осуждаю Сашу. Ее тоже можно понять. Ты сама прекрасно видишь, что Артем... Саша не получает от Артема того, что она хочет получить. Но мне кажется, что она неосознанно, но все-таки чуточку тебе завидует. Да. Но со временем, я уверен, это пройдет. Вот видишь. Я надеюсь, так и будет. Я на секундочку. Не засыпай. Надежда Василенко, 29 лет, окончила педагогический институт, имея опыт работы с детьми с аутическим спектром. Резюме отличное, но важно пройти собеседование. Если тебя не возьмут, то... Я сделаю все, чтобы взяли. Хорошо. Я буду на связи, но ты, пожалуйста, будь осторожна. Договорились? Хорошо. Я буду осторожна. До встречи. Давай. Мы с Милочкой планируем расширить бизнес. Обновить оборудование на фабрике, открыть несколько областных филиалов. А потом как следует отдохнуть. Да, дорогая? Поедем куда-нибудь в теплые края. Возьмем с собой Ксюшу. Ты пойдешь с дедушкой, принцесса? Мы будем с тобой строить замки из песка. Мы будем ходить на яхте. Мы будем купаться в море. И я научу тебя плавать. Ксюша, ешь. То остынет. Давай, я тебе помогу, принцесса. У меня через полтора часа встреча. Не обязательно быть на этом собеседовании. Ну, ты же хочешь знать, кто будет присматривать за твоим ребенком? Не так ли? Не знаю. Тебе виднее. Как всегда. Артем, это недолго. Через 10 минут будет первая кандидатка. Останься. Добрый день. Здравствуйте. Я Надежда Василенко. Меня прислали из агентства на собеседование. Я знаю. Проходите. Добрый день. А вы, детка, тоже няня? Такая молодая. У вас опыт есть? Конечно. Всегда считала, что прежде чем за чужих браться, нужно хотя бы одного своего вырастить. Согласна. Да и стаж в педагогике тоже имеет значение. Артем. Катя. Катерина. Катерина, это я. Катерина Витальевна. Угу. До свидания.
Надежда, проходите. Здравствуйте. Здравствуйте. Надежда Василенко. Проходите. Ну что, расскажите о себе, опыт работы, образование. Окончила педагогический институт. Есть опыт работы с детьми с аутическим спектром. А могу я узнать побольше о ребенке? Можете. Девочка у нас с характером. Своих еще хоть как-то признает, а с остальными... Ксюша не очень общительная, любит одиночество. Мы сменили нескольких нянь, ходили к психологу, но все как-то бестолку. Ничего. Я уверена, что каждому человеку можно найти подход. Тем более к ребенку. А у вас есть какая-то своя особая система? Нет. Я думаю, что тут главная любовь. Ну, если бы все было так просто. Мне, в принципе, все понятно. Мила, у тебя есть вопросы? Нет. Тогда мы свяжемся с вами и сообщим решение. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания. Ну, что думаешь? Думаю, вроде ничего. Давай попробуем. До свидания. Я вас Надежда, помню. Подождите секундочку. Принцесса, а дедушке с бабушкой пора ехать. Здравствуй. Давай знакомиться. Я твоя новая няня. Какой красивый цветок. Это мне? Спасибо, Ксюша. Ксюша? Ксюша, иди ко мне. Тебя мама зовет. Не хочу. Пойдем. Не пойду. Пойдем. Мама хочет, чтобы ты поела. Не пойду. Я отведу. Я сейчас ее переодену и приведу на завтрак. Вы же понимаете, что она не специально. Ну, чего ты? Пойдем? Пошли. Спасибо большое. Людмила скоро выйдет. Хотел сказать тебе, мне кажется, Ксюша стала более общительнее. Ты не находишь? Угу. Саш, у меня к тебе одна просьба. Не лезь, пожалуйста, в наши с Людой отношения. Я? Ну, вообще-то это вы влезли в наш дом. Тише, пожалуйста, я не собираюсь с тобой ругаться. Я хочу, чтобы в семье, в нашей семье, был мир. Если честно, я не понимаю, почему ты со мной так себя ведешь. Я всегда был на твоей стороне. И всегда старался сделать все, чтобы ты была счастлива. Ну, счастливым вы хотите сделать только себя. И у вас это очень неплохо получается. Что, хотите забрать все, что принадлежало моему отцу? Даже кабинет переделали под себя? Не стыдно, нет? Саша,
Разве я виноват в том, что произошло с твоим отцом? Вам было это очень выгодно, и я не буду об этом молчать, понятно? Мы с Михаилом Семеновичем были партнеры. Мы были друзья. Я его очень уважал. Ну да, конечно. Хотя ты права. Я женился на женщине, которую я любил 30 лет. Я четко понимаю, ничего бы этого не было, если твой отец был бы жив. Ладно, я тебе не нравлюсь, бог с ним. Но разве ты не рада за мать? Разве ты не желаешь ей счастья? Доброе утро. Доброе утро, мам. Милочка, за те полчаса, что мы не виделись, ты стала еще прекраснее. Мой обаятельный стец. Но приятно. Спасибо. Да тебе спасибо за то, что ты есть. А где Артем? Уехал. Какие-то срочные дела. Приятного. Это наша свадьба. Катюш. Смотрите, кто пришел. Иди к дедушке. Мой малыш. Опа. Что у нас, Олька? Нина. Пусть девочка помоет руки. А то это ваша хваленая няня почему-то не удосужилась это сделать. А с чего ты взяла? Нет, ну если тебе так будет легче. Пойдем помоем ручки. Да? Зря ты так с ней, мам. Ты же знаешь, как нам повезло с Надей. Пойдем. Милочка. Ну, Саша права. Ну, Ксюша действительно с новенькой стала совсем другой. Надолго ли? Девочка просто ужасно избалована. А вы все ей в этом потакаете. И няня это. Мила, ну не начинай, ну пожалуйста. У меня встреча в городе. Беги. До вечера. Привет. Извини, не писала пару дней, не было времени. Да и хотелось осмотреться немного. А еще я все время с Ксюшей. Мне хотелось просто побыть с ней вдвоем. Она такая маленькая, хрупкая, нежная. Кажется, что она совершенно беззащитная. Но иногда я вижу в ней какую-то внутреннюю силу, которую она пока не знает, как управлять. Совсем как ты. Сегодня утром она подарила мне цветок из сада. И обняла. У нее мои глаза. Волосы. Волосы, как у Артема, и улыбка его. Каждый раз, когда я вижу ее, мое сердце словно сжимается. Но ты не думай, я помню, зачем я здесь. Я узнала, он все свои вещи хранит в доме. Есть сейф. Как ты и предполагала, в кабинете. Я уверена, все свои важные документы он хранит в нем, и улика тоже там. Но я пока не понимаю, как мне подобраться к ней. Воронов, начальник охраны, не спускает глаз со всех, кто живет в доме. Сейчас камеры только во дворе и по периметру дома, но на следующей неделе они собираются установить их во внутренних помещениях. Мне нужно как-то попасть в его кабинет в ближайшие дни. Потом это будет сделать сложнее. Если бы ты только знал, как я его ненавижу. Когда он обнимает Ксюшу, мне хочется кричать. Но я держусь. И буду держаться.
И сделаю все, как мы планировали. Передавай привет Ире и детям. Я по ним скучаю. По всем вам. Обязательно передам. Я тоже скучаю. Будь осторожна, пожалуйста. И все-таки странно. А почему вы решили продавать квартиру так срочно? Прекрасная планировка, центр. А может быть, вы от нас что-то скрываете? Например, что? Ну, например, то, что по архитектурному плану развития города ваш дом идет под капитальный ремонт. А возможно, его вообще собираются снести. А может быть, у вас соседи скандальные? Ну, какая-то причина все-таки должна быть? Какая? Ничего такого. Я недавно женился, а жена предпочитает жить за городом. Ну, тогда все понятно. У нас с мужем очень похожая история. Только я, в отличие от вашей жены, предпочитаю жить в городе. Подписывай, дорогой. Мне все подходит. Ключи от квартиры и подъезда. Я очень люблю эту квартиру и рад, что у нее появилась такая внимательная хозяйка. Благодарю. Спасибо, милый. Стрип, господа. Стрит. Royal Flash. Что-то сплошная непруха у тебя, Валер. Зато в любви везет. Отвали. Терпеть не могу эту тупую фразу. Ты бы придумал что-нибудь свое. Умник. Ты за ночь бабло присади. Прям мастер. Здесь почти все, что я был должен. Поговори с хозяином. Мне нужна отсрочка. Ты же знаешь наш принцип, адвокат. Никаких добрых дел. И вообще скажи спасибо, что я тебя сегодня пустил. Хочешь попробовать? Держи это, она яркая, как солнышко. А, как красиво! Оп! И как вам это удается? Раньше Ксюша никому так не тянулась. Я просто стараюсь понять, чего она хочет. Я иду за ней. Может, ты меня научить? Конечно. Это не сложно. Не сложно. Может, потому что я и не родная мать. Но я постараюсь. А тут не нужно стараться. Надо прислушиваться сердцем. Дети это чувствуют. А давайте попробуем. Садитесь к нам. Давайте. Можете взять синюю краску и рядом с солнышком нарисовать небо. Попробуешь? Надо же. Получается.
Добрый день, Валерий Олегович. Людмила Ивановна, как я рада видеть вас. Взаимно, Нина Игоревна. Сами понимаете, мне нелегко бывать здесь. Это такая утрата для нас всех. Да. Пойдем, дочка. Офис Конорфарм. И все же, Валера, я не понимаю, зачем мне приезжать сюда? Ты по доверенности управляешь компанией, я в тебе нисколько не сомневаюсь. Я очень ценю твое доверие, мелочка. Ну, ты понимаешь, сотрудники. Да что? Ты владелица компании. Они должны видеть, что все под контролем. Нет никакой потребности в этой показухе. Они прекрасно знают, что я никогда не занималась делами компании. Ну, потерпи, пожалуйста. Ну, прошу тебя, ладно? Пока они ко мне привыкнут. Потом я тебе обещаю, ты не будешь заниматься всеми этими делами и вообще приезжать. Ну, хорошо. Здесь у нас договоры на рекламные и маркетинговые услуги. Я все проверил. Надо только подписать. Давай здесь. И вот здесь. Все. Оплаты по этим договорам нужно провести срочно. Я прошу прощения, но срочно. Надо закупить ингредиенты для фармапрепарата и выплатить зарплаты сотрудникам. Валовый доход по продажам снизился. Нужен оперативный резерв. А реклама и маркетинг как раз могут подождать. Вы очень узко мыслите. Продажи увеличивают именно реклама и маркетинг. Нам всем пора уже думать стратегически. Ну, чем нам сейчас платить людям, а? А, предлагаете сократить штат? Я предлагаю подождать, отсрочить. Угу. Давайте с вами отдельно встретимся, чуть позже это все обсудим. Милочка, не волнуйся. Я все улажу. Ну что? Делайте вот, как сказал Валерий Олегович. Все будет хорошо. Мы эту проблему быстро решим. Но только, пожалуйста, без них. У меня есть предложение. Нам нужно всем немного выдохнуть. Как насчет того, чтобы поужинать сегодня в хорошем месте? Я возьму Людмилу, ты Сашу. Проведем время всей семьей. А есть повод? Возможно. Но это сюрприз. Как скажешь. Вы всего месяц у нас. Я не знаю, как это объяснить, но мне с вами очень спокойно. Может быть, это глупо звучит, но я вам доверяю.
меня подруг нет. Поговорить особо не с кем. Была подруга. Лучшая, но... Она умерла. Ксюша — это ее дочь. Так странно сложилась жизнь. Мы с Артемом поженились после ее смерти. Вы, наверное, заметили, что у нас с ним не все гладко. Я думала, что все как-то наладится, образуется, но... Пока ничего. Не переживайте так. Все наладится. Извините. Алло, да, привет, Артем. Ужин сегодня? Да, конечно. Пока. Представляете, Артем позвал меня на ужин. Я уже не помню, когда мы в последний раз куда-то выбирались. Ну вот. А вы говорите. Не волнуйтесь. Я покормлю Ксюшу, уложу спать. А вы идите спокойно на ужин. Все будет хорошо. Спасибо. Артем, нам сказочно повезло. С нами две самые прекрасные дамы на свете. Вообще, ты заметил, как на нас оборачивались, когда мы вошли в зал? В уборную только по очереди, иначе украдут. Нет, все-таки ты неисправимый льстец. Нет, наоборот. Я неисправимый правдоруб. Артем, ну поддержи меня. Ну, разве Саша не красавец? А, Саша, конечно. Настоящий красавец. Валер. Да. А зачем ты все-таки нас собрал? Добрый вечер. Как вы просили? Вы очень вовремя, благодарю. Саш, это тебе. Спасибо. Любовь моя, это для тебя. Валер. Валер, что происходит? У меня есть для вас одна новость. Я продал квартиру, а деньги решил вложить в твою, милочка, компанию. Квартира у меня не из дешевых, а компании сейчас нелегко. В общем, я решил, что это будет выгодная, а самое важное, полезная для семьи инвестиция. Зачем? Зачем? Ты же так любил свою квартиру. Милочка, это всего лишь недвижимость. Я потом другую куплю. Спасибо. Спасибо. Рассказать тебе сказку? Сказку. Хорошо. Держи. Жила-была девочка, которая любила гулять в саду. И как-то она встретила там бабочку. И она спросила, как тебя зовут? А бабочка ответила. Что бабочка ответила девочке? Как зовут ее? Бабочка. Молодец. А потом бабочка спросила девочку, как ее зовут. И девочка сказала. Что сказала девочка? Ксюша. Конечно. И стали они с бабочкой большими друзьями. Переживаешь? Она сильная. Справится. А вот тебе надо ложиться спать. Ты сам говорил, у тебя завтра тяжелый день в больнице. Угу. 5 минут. Надо было ей сказать. Что сказать?
И что ты чувствуешь к ней? Ира, Ира, ты всегда читала меня как книгу. Давно заметила? Давно. Я все думала, когда ж ты уже осмелишься. Она и так чувствует себя обязанной. Это только все усложнило бы. И потом... любит она другого. Спасибо. 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 Любимая. Мамуль, мы еще пройдемся с Артемом. Ладно? Ну, хорошо, только долго не гуляйте, уже поздно. Хорошо, не волнуйся. Пока. Пока. Как тебе вечер? Родной, спасибо огромное. Я так тронут твоим поступком. Не могу описать словами. Правда классно? Да. Чудно. Я домик присмотрела у моря. Можем снять на лето. Побыть втроем, я, ты и Ксюша. Если хочешь, можем Надю взять. Она отлично ладит с Ксюшей. А у нас будет время больше побыть вдвоем. Нет, извини, не смогу. Работы много. Вы поезжайте с Ксюшей, с Надей, если что. Развейтесь, я буду навещать. Ты же даже не пытаешься. Если бы ты хотел, ты... Я просто не понимаю, зачем так со мной вообще? За что? Саш. Саш, ты куда? Давай я тебя отвезу. Я доберусь сама. Алло, здравствуйте, да, мне нужно такси. А куда ехать? А на набережную. А я не знаю, какой номер, здесь нет домов. В смысле, не приедете? А где я вам возьму? Алло, девушка.
Я думаю, нам с Сашей надо развестись. Завтра я скажу об этом. Просто хочу, чтобы ты знал тоже. Ты что, пьян? Нет. Наоборот, я трезв, как никогда. Я все решил. Что ты решил? Как ты собираешься дальше жить? Ты понимаешь, мы живем в их доме. Мы работаем в их компании. Или ты думаешь, что я смогу тебе найти работу с зарплатой, близкой к твоей? А Ксюша? Что ты будешь делать с ней? На какие шиши ты будешь ее содержать? А ты подумал, как это может отразиться на мне? Артём. Ладно, я тебя услышал. Давай пока не будем делать резких движений, хорошо? Хочешь развод? Разводись, но только в нужный момент. Понимаешь? Мне нужно совсем немного времени, чтобы уладить свои дела. Чтобы после развода у тебя с Ксюшей все было хорошо. Хорошо. Я не буду спешить. Только не затягивай. Пожалуйста. Вам что надо? Познакомиться хотим. Иди сюда, красотка. Александра Михайловна, все хорошо. Здравствуйте. Вовремя. Я заметил. Спасибо. Пойдемте в машину, я вас довезу. Я с тобой. Ну, ничего не бойся. Принцесса, что такое? Что? Читай. Сейчас. Почитаем. Вас не удивил мой звонок? Удивил. А почему вы тогда не спрашиваете, как я оказалась там одна среди ночи? И почему позвонила именно вам? Потому что главное правило моей работы – это не задавать лишних вопросов. И потом я рад, что вы позвонили именно мне и что я успел. Остановить машину. Здесь? Да, прямо здесь. Это мой университет. Я не была тут с момента выпуска. Вы не против пройтись? Не против. Я с детства мечтала стать художником. Но отучилась на финансиста. Папа так хотел. И что в итоге? Сижу дома в четырех стенах.
Почему вы сейчас не рисуете? Всегда можно начать заново. Не знаю, мне всегда казалось, что это уже пройденный этап. Ну, а вы? Кем вы мечтали стать? Сыщиком, как Шерлок Холмс. Ого! И чего же не стали? Ну, почему не стал? Я работал следователем. Серьезно? Да. 2 года назад участвовал в задержании банды наркодилеров. Моего напарника убили. Я сорвался и чуть не прикончил этого. Ну, этот гад оказался родственником какого-то чиновника. Понятно, его отпустили. На меня завели дело за превышение полномочий и побои. Ничего себе. Да. И только благодаря Валерию Олеговичу я относительно легко отделался. Он был моим адвокатом, вместо колонии мне дали условный срок. Ну, конечно, из полиции попросили. Но это мелочи по сравнению с тем, как все могло быть. Значит, твой должник? Вроде того. Понятно. Ладно, поехали. И жили они долго и счастливо. Спит? Да. Но я все равно с ней посижу на всякий случай, а вы идите. Я тоже посижу. Как он у нас? Нормально. Мне все нравится. Мы тогда правильно сделали, что выбрали вас. Спасибо. Я рада, что так получилось. Я, наверное, и правда пойду. Вы мне напоминаете одного очень близкого человека, Надя. Мне такое часто говорят. У меня лицо похоже на одну актрису, я фамилию не помню. Не в этом дело. Доброй ночи, Надя. Доброй ночи. Спасибо большое, что приехали за мной. Только вы никому не говорите, что случилось, ладно? Хорошо. Спасибо. Доброй ночи. Взаимно. Саш, присядь, пожалуйста. Прости, я не хотел тебя обидеть. У нас в компании правда сейчас проблемы, и мне лучше не уезжать. Но если ты очень хочешь, я найду время. Ладно? Мир. Мир. Раз, два, три, четыре, пять. Я иду тебя искать. Извините. Ксюша захотела поиграть в прятки и побежала сюда. А где прячется наша Ксюша? Здесь ее нет. Ксюша, ты где? Тут.
А вот где прячется наша принцесса. Какая озорная стала наша Ксюша. Это ваша влияние, Надь. Папа, папа. Доброе утро, моя принцесса. Привет. Ну, как дела? Нормально. Нормально, ты моя чудо. Так, мы с дедой на работу. Вы гулять? Договорились, до встречи. Все, бегите. Пойдем. Как же нам повезло с новой няней. Ты с женой уладил? Да, все нормально. До следующего раза. Следующего раза может и не быть. Тут намечается день рождения у Людмилы. Я планирую устроить ей праздник. Что думаешь? Почему нет? Чего мы стоим? У нас встреча в городе. Поехали. Ваш чай. Спасибо, Нина. Что-то случилось? Это насчет новой няни. Она странно себя ведет. Так. Интересно. Рассказывай. Она никого из прислуги к девочке не подпускает, будто та ее собственность. Я знаю Ксюшу с самого рождения, не чужой человек. Это все? Не все. Главное, я заметила... Вчера поздно ночью она разговаривала с вашим зятем долго, наедине. Такое впечатление, что она имеет на него какие-то виды. Уверена? Да. Выглядела, будто она флиртует. Я не решилась рассказать вашей дочери, но не сказать вам я не могла. Ты все правильно сделала, Нина. Я тоже заметила, что эта няня не так проста, как ей хотелось бы казаться. Ах, только Саша, она ведь ничего и слышать не хочет. Нина, глаз с нее не спускай, поняла? Да. Иди. Деньги в офшор я тебе перевел, свой процент снял. Отлично. Но это только начало. Постепенно мы все деньги выведем. О, привет. Привет. Садись. Будем тебя сейчас кормить. Устал? Дежурство тяжелое, да? Да, как обычно. Но Катя писала? Нет. Это я вас всех подвела. Ир, не говори глупостей. Никто не подозревал, что этот адвокат окажется сволочью. Проходите, пожалуйста. Вау, да, держи. Мы ждали вас.
нюхать. Вам придется рассказать, кто вы и что вы делаете в этом доме. Тогда я сообщаю хозяевам и вызываю полицию, пусть они с вами разбираются. Не надо. Я прошу вас, не надо никуда звонить. Я все расскажу. Мое настоящее имя Катерина Маликова. И 5 лет назад Валерий пытался меня убить. Мила, Милочка, спасибо тебе за любовь, за тепло, за счастье, за то, что ты есть на этом свете и за то, что позволяешь быть рядом с тобой. За тебя, любимая. Ура! Вау! Ура! Ура! ДТП произошло сегодня утром. По предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением и протаранил автомобиль свадебного кортежа. Тяжелые травмы получила невеста Екатерина Маликова, для которой день собственной свадьбы обернулся страшной трагедией. Вы считаете меня идиотом? Вы с ней совсем не похожи. Мне сделали пластическую операцию. В аварии сильно пострадало лицо. Ну, смотрите. Вы не похожи на погибшую девушку, раз. По документам вы совсем другой человек, два. И я лично очень тщательно вас проверял, три. Почему я должен верить в вашу легенду? А сейчас небольшой сюрприз, который я приготовил для моей очаровательной супруги. Ксюша проснется и испугается. Надя, Надя!
Тихо, иди ко мне. Все хорошо, моя маленькая. Все хорошо, моя девочка. Слышишь, это просто салют. Прошу вас, не выдавайте меня. Я сейчас уложу ее спать. И очень прошу вас встретиться с одним человеком. Он вам все расскажет. Рассказать тебе сказку? Сказку. Сказку, конечно. Сказку сейчас. Вот. Все. Друг называется, да? Друг. Валерий Олегович, можно вас на 5 минут? Это что, срочное? 20 минут не подождет? Подождет. Разве я виноват в том, что произошло с твоим отцом? Вам было это очень выгодно. Я не буду об этом молчать, понятно? Случилось? С Ксюшей что-то? Нет, все в порядке с ней, она уже спит. Это личное. У вас... Простите. Это мной почему-то все плачут. Надя, если я могу что-то сделать для вас, только скажите. Ксюша расплакалась, Артем тоже услышал. Но уже все хорошо. Завтра со счетов компании уйдет крупный транш. Отличный подарочек ты себе сделал, Валера. Федь, ну ты себя тоже не обижаешь? Так деньги сами в руки плывут. Федор, мне так приятно, что вы нашли время приехать поздравить меня. Очень рада познакомиться с лучшим другом моего мужа. Это я рад, что вы меня пригласили. Спасибо вам большое. Вы знаете, Валера так о вас рассказывал, что я, признаться, не верил. Но вот теперь и сам убедился, вы правда настоящая красавица. А он везунчик. Вы такой же льстец, как Валера. Федь, ты не заигрывайся. Я и приревновать могу. Я никогда не подозревал, что он такой Отелло. Хотя его можно понять рядом с такой женщиной. Я очень был рад знакомству. Взаимно. Документы по одному делу. Мне нужно знать, кто его убил. Вы? Или вы сейчас убедите меня в том, что все, что вы говорили, это правда? Или я вас сдам? Хорошо.
С тобой все в порядке? Что происходит? Он знает, кто я. Расскажи ему про Иру и вообще все. Что ж, хорошо. Несколько лет назад моя сестра убила своего мужа. Это была самозащита. Он долгие годы избивал ее, а Ира терпела. Но в тот вечер он напал на нее с ножом. У меня просто не было другого выхода. Когда я приехал, то сразу понял, что Иру могут посадить за убийство. У меня был знакомый адвокат, и я решил посоветоваться с ним перед тем, как вызвать полицию. Это была моя самая большая ошибка. Спасибо, что приехали. Я никогда не был в такой ситуации, я не знаю, как себя вести. Как я мог не приехать, доктор? Вы же меня, можно сказать, с того света вытащили. Ну, показывайте, что тут у вас. Проходите. Вы убили мужа этим ножом? Салфетку. Успокойтесь, пожалуйста. И слушайте внимательно. Этот нож я забираю. Ваша версия для полиции. Пьяный муж с тесаком бросился на вас и сам на него напоролся. Конечно, любой криминалист заподозрит что-то неладное, поскольку характер ранения совсем другой. Но я очень легко развалю это дело в суде, без главной улики. А улики нет. Пропала. Я хотел попросить, чтобы вы были здесь, когда приедет полиция. В этом нет никакого смысла. Если вы хотите спасти сестру от тюрьмы, слушайте, что я говорю. Адвокатом был Валерий Дубашов. Теперь он шантажирует нас этим ножом. Если бы речь была только обо мне, но моя сестра. У нее маленькие дети, и я... Я не могу так рисковать. Поэтому я вынужден выполнять все его требования. Например? Например, выписать лекарство, сделать операцию, достать нужный препарат. Но иногда бывают просьбы посерьезнее. 5 лет назад он привез Катю после ДТП. Специально ко мне. А потом попросил сделать так, чтобы Катя умерла во время операции. Допустим. Почему она жива? Я подделал документы ее смерти. Валерий до сих пор думает, что я сделал все, как он хотел. Зачем ему понадобилась ваша смерть? Я должна была стать женой его племянника. Обычная девочка. Из обычной семьи. Ни кола, ни двора. А он хотел, чтобы Артем женился на Саше. Чего и добился. Вы же работали в полиции. Вы можете поднять архивы по тому ДТП? Уже. И со следователем говорил. Нет доказательств того, что авария была подстроена. А то, что водитель грузовика так вовремя умер, вас не смутило? И что Валерий в прошлом был его адвокатом? 1,5 года назад он обратился ко мне за рецептом на один очень сильно действующий препарат. А вскоре Михаил Коновалов умер от сердечного приступа. А он женился на его вдове. Он, этот человек, он способен на все. Вы понимаете? Хорошо. Допустим, я вам верю. Но чего вы добиваетесь? Какие ваши цели? Мы хотим забрать нож, которым он шантажирует Алексея. Я уверена, он хранит нож в сейфе, как и все документы и важные для него вещи.
Это развяжет нам руки. Я смогу обратиться в полицию, открыто заявить, что я жива. Вернуть себе свою жизнь и свою дочь. И я понимаю, что вы боитесь, что это может навредить Саше. Я давно заметила, что вы попереживаете за нее. Я знаю, это тяжело. Мне тоже тяжело. Но это моя дочь. Да, есть еще кое-что. Недавно он опять приходил ко мне. Здравствуйте, док. Не рады? Не рад. Но вам же это безразлично. Зря вы так. Мне нужен этот препарат. К сожалению, достать его не так просто. У меня такого препарата нет и быть не может. Его применяют только в очень тяжелых случаях. Значит, придется поднапрячься. У меня именно такой случай. Сделайте это, и я вас больше не побеспокою. Даю слово. И судя по тому, как он действует, сейчас в опасности находится его жена и Саша. Вполне возможно, что он захотел избавиться и от них. Я подумаю. Вы дадите нам минуту? Катя, если ты хочешь, мы можем закончить все прямо сейчас. Мы сядем в машину и уедем. Я смогу тебя спрятать. Нет, я не уеду без дочери. И он не должен остаться безнаказанным. Все будет хорошо. Воронов меня не выдаст. Он хороший человек. Катя. Будь осторожна. Валерий Олегович. Ты что-то хотел? Да, хотел предупредить. Мне не были до вечера. Нужно уладить кое-какие дела. Ну так улаживай. Ты вчера вечером подходил. Что-то случилось? Я уже сам все решил. Нужно было обсудить установку дополнительных камер. А ты говорил, вопрос срочный. Нужно было быстро дать ответ подрядчику. Ну ладно. Ты, говорят, хороший боксер, да? Надо спарринг устроить. Устрою. Обязательно устрою. Тренируйся. Доброе утро.
выспалась? Да. Добрый день. Меня прислали забрать автомобиль на техобслуживание. Вот марка и номер. Да, я в курсе. Проходите. Ключи в машине. Доброе утро, дочь. Доброе утро, мама. Какой вчера был прекрасный вечер, правда? Мы так давно не устраивали праздники, надо бы почаще. Саша, у меня есть отличная идея. Я хочу сегодня съездить в город. Пройтись по магазинам, присмотреть себе что-нибудь. Ты со мной? Не знаю, наверное. Не знаю. Что-то не так? У меня просто голова болит с утра. Это все. Всем доброе утро. Доброе. Нин, я надеюсь, кофе так же прекрасен, как и всегда? Конечно, Валерий Олегович. И даже лучше. Сегодня я готовила его по новому рецепту. С апельсиновой цедрой. Девочки, какие планы у вас на день? Мы с Сашей хотим поехать в город на шопинг. Ну, замечательная идея. Да. Я совсем забыла. У нас же машина на техобслуживании. Так не вовремя. Ну ладно, ничего. Вызову такси. А зачем такси? Я распоряжусь, и будет вам лимузин с водителем и с шампанским, да? Смотрите, кто пришел. Принцесса. А что тебе снилось? Кролик. Кролик? Ничего себе! Извините, а вы не знаете, где Сергей? Шеф будет вечером. Я могу помочь? Нет, это не срочно. Спасибо. Валерий Олегович, тут судебный иск прислали. В смысле? Кто-то подал на нас в суд? Да. Один из наших крупных поставщиков. Мы им не заплатили за сырье для препаратов. Это еще почему? А потому что денег не хватило. Контракты на рекламу и маркетинг опустошили счет. А я ведь предупреждал. Ну, решение принимал не я. Ничего, я поговорю с этим поставщиком. Я постараюсь его убедить забрать этот иск. Ну, посмотрим.
Нам нужно встретиться. Да, прямо сейчас. Вам очень идет. Да. Эти я повешу в примерочную. Новая коллекция. Угу, спасибо. Саш, а ты себе ничего не хочешь подобрать? Давно ведь ничего нового не покупала. Раньше была такая модница. А смысл? Для кого наряжаться? Так. Значит, все-таки что-то случилось. Я хочу развестись. Простите, вы нас не оставите? Конечно, я буду рядом. Спасибо. Почему? Потому что мы несчастливы друг с другом. Я не вижу в этом никакого смысла. Этот брак был обречен изначально, и нужно наконец-то это признать, мама. Ясно. Ну, мне-то кажется, дело в другом. В другом? Не хотела тебе говорить, пока сама все не проверю. Я от Нины узнала. В общем, это няня, Надежда. Саш, между ней и Артемом что-то происходит. В смысле? Господи, в прямом, Саш. Нина их видела вместе, они шушукались по углам. Да ну, это какой-то бред, мам. Саш, ну все-таки ты у меня какая-то невозможная доверчивая. Помнишь, ты мне то же самое про свою подругу, Катю, говорила? Чем потом все обернулось? Саш, ты слышишь меня? Я тебя, наверное, в машине подожду. Здесь как-то душновато. Приветствую, как служба? И опасная и трудная, Серега, как обычно. Но твоя карта. Не так опасная и трудная, но есть нюансы. Ну что? Ну, в общем, смотри. Помнишь, тебе сначала назначили юного адвокатишку, а незадолго до суда его заменили на Валерия Левашова? Ну, я тоже был удивлен. Левашов дорогой адвокат, но вопрос оплаты так и не поднял. Это еще не все. Пару лет назад Левашов работал на некого высокопоставленного чиновника, родственника наркодилера, из-за которого тебя отправили под суд. Если хорошенько покопаться, становится ясно, что именно Левашов помог слепить из этого бандита невинную жертву полицейского произвола. Соответственно, его отпускают с извинениями без суда и следствия, а все стрелки переводят на тебя, чуть не убившего якобы невиновного человека. Тогда Левашов вызывает меня защищать. Хотел контролировать процесс в угоду своему работодателю. Как он меня якобы спас от колонии, а взамен получил благодарного и верного охранника. Ладно. Что с информацией из архива? Смотри, я скачал все по Коновалову и Кате маленькую. Держи. Серег, если я могу еще чем-то помочь, ты же только скажи. Спасибо, дружище. Ты и так помог. Дальше сам. Ну, бывай. Да, и сразу сообщишь мне. Все, давай. Такая смена плана будет тебе дорого стоить. Ты это понимаешь, да? Сочтемся. Других вариантов нет. Если сейчас вскроется, что деньги компании ушли на левые счета, ты сам понимаешь. Поэтому действовать нужно быстро. Ты еще повезло, что машина оказалась на техобслуживании. А ты фартовый, Валера, я всегда тебе это говорил. Так что не волнуйся, как-то оно будет. Действовать надо четко. И держи меня в курсе. Я пока в больничке отлежусь.
кто это был? Водила с СТО. Тачку забирали на техобслуживание. Хозяин распорядился. Завтра обещали вернуть. Но пару часов и все готово. Сервис. Да. Здравствуйте, док. У меня тут со здоровьем проблемы. Я хочу к вам в больничку лечь. Что случилось? Сердце прихватило, похоже на приступ. Хочу, чтобы вы все проверили как следует. Алексей Павлович, вы про обход не забыли? Да, иду. Мы вас ждем. Угу. Хорошо, приезжайте. На небе светит солнышко. В саду растут цветы. В траве поет кузнечик. Умница моя. Правильно, все правильно. Я вам верю. Спасибо. Малышка, поиграй с куколкой. На, бутылочку возьми. Есть новости от Алексея. Похоже, Валерий Олегович что-то задумал. Диагноз понятен? Понятен. Понаблюдаем за пациентом и уже примем окончательное решение по лечению. Спасибо. Что-то вы совсем хмурый, доктор. А вы что-то совсем не похожи на человека, у которого сердечный приступ. Пакеты в гардеробную. Если хочешь, я ее сама уволю. А ты пойди к себе, отдохни. Нет, мам. Я сама. Дышите. Не дышите. Доктор, я здорова. Мама. Надя, а можно вас на минутку? Да, конечно. Ксюшенька, ты пока порисуй, я сейчас приду. Надя, конечно, понимаешь, что все мы люди разные, но жизнь научила меня никому не доверять. А я все равно доверилась вам, рассказала о своей семье, о том, как я несчастна. Господи, какая же я дура. Доверилась вам, а вы за моей спиной, с моим мужем. Вы все неправильно поняли. Я все правильно поняла еще вчера. Просто пыталась себе доказать, что мне якобы показалось. Но уже сегодня выяснилось, что это видела не только я. Саш, я ничего плохого не сделала. Ты, извините, вы... Я вас уверяю, вы ошибаетесь. Я так не думаю. Вы немедленно соберете вещи и покиньте мой дом. Вам понятно? Хорошо. Я только с Ксюшей. Нет, вы не будете прощаться с Ксюшей. Я ей все объясню сама. Пожалуйста. Нет! Вы ей никто! А что происходит? Ксюша, пойдем погуляем. Вы оба делаете все, что хотите, но вас в своем доме я видеть больше не хочу. Значит, что случилось? Вы можете мне объяснить? Объясните, пожалуйста, что происходит? Откуда у вас этот медальон? Отвечайте. Это не ваша вещь. Она принадлежала другому человеку. Отвечайте. Откуда у вас этот медальон? Он мой.
Мне его подарила бабушка. В день моей свадьбы. В день нашей свадьбы с тобой. Пластическая хирургия творит чудеса. Как видишь. Я не понимаю. Это невозможно. Возможно. Я жива. Я вынуждена была скрываться все это время. Потому что твой дядя сначала подстроил аварию в день нашей свадьбы, а потом заплатил за то, чтобы я не пережила рождение Ксюши, нашей дочери. Тебе лучше присесть. Это будет долгий и сложный разговор. Опять из-за него? Из-за кого из-за него? Вы всегда плачете из-за одного человека. Вашего мужа. Я видел это много раз, и каждый раз... Я, наверное, сейчас должна разозлиться. Сказать вам, что вы лезете не в свое дело, и указать вам на ваше место. Чего же вы ждете? Я не знаю. Просто... Просто мне не хочется. И да, я плачу из-за него. Но уже не так, как раньше. Просто мне сложно признать, что так ничего не получилось. Вот и все. Звонил Валера. Он в больнице. Что-то очень серьезное сердце. Он просил, чтобы мы с тобой приехали. Я не могу поехать. Ты, наверное, едь одна. У меня Ксюша, с кем я ее оставлю? Нет. Он просил, чтобы именно вдвоем приехали. И я не справлюсь одна. Все, успокойся. Вы не могли бы присмотреть за Ксюшей? Нет. Я не смогу присмотреть за Ксюшей, и вы никуда не поедете. Что? Вы можете объяснить, что происходит? Да, конечно. Давайте пройдем в дом и спокойно поговорим. Только дайте мне одну секунду. Мам, все хорошо. Все, не нервничай. Привет. Ты можешь приехать с экспертом, посмотреть один автомобиль после техобслуживания? А потом я... Прошла собеседование и оказалась тут. Каждый день я находилась рядом с Ксюшей, не могла ей сказать, кто я. Я тебе не могла сказать, что я жива. Я не понимаю, как я смогла все это выдержать. Очень плохо, что у меня не получилось. Я не смогла забрать улику теперь. Алеша, Алексей не сможет ему противостоять. Это неправда. Все, что ты сейчас сказала, это неправда. Ты мне не веришь? Я не знаю. Он не мог так поступить со мной. Подстроить аварию. Убийство. Я прямо сейчас еду к нему и сам все выясню. Артем! Это я. Я только что рассказала все Артему. Артем? Нет. Что ты несешь, Артем? Это же полный бред, Артем! Ну так вы объясните, что происходит или нет?
пригодится! Наберите его срочно. Сейчас. Он не отвечает. Наверное, телефон забыл. Что происходит? Я потом все объясню. Сейчас нужно его догнать и остановить. На подъезде к городу. По предварительным данным, внедорожник на высокой скорости врезался в столб. Сейчас на месте работает полиция. Ну вот и все. К сожалению, от полученных травм, не приходя в сознание, скончался молодой мужчина Артем Левашов. Нет. 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 Этого не может быть. Артем, возьми трубку. Пожалуйста, возьми трубку. Алло. Кто это? Хозяйки все хуже и хуже. Не знаю, что делать. Угасает прямо на глазах. Как этот гад мог так с ней поступить? Да и с нами тоже. О, очень красивая кукла, очень красивая. Смотри, кто пришел. Привет. Привет. Все, беги, играй. Подождешь, пожалуйста. Ну, как дела дома? Ну как, сложно. Маме трудно. Да, в принципе, нам всем. Я думала, будет лучше, когда он за все ответит, а получается, что еще больше людей пострадало. Артем, ты не могла поступить иначе. Я бы тоже так сделала. Поэтому, пожалуйста, не вини себя. Все это сделал с нами он. Он разрушил жизнь тебе, убил моего отца. Он женился на маме, чтобы забрать все деньги и компанию отца. Из-за него погиб Артем. И... Господи, просто чудом спаслись мы с мамой. Поэтому давай забудем это все. Просто как страшный сон. И будем жить дальше. А мама, она придет в себя, я уверена. Вы вместе? Да. Да, мы вместе. А сегодня утром я узнала, что нас будет трое. Поздравляю. Спасибо. Спасибо. Ну, а вы как? Как Ксюша? Я хорошо. Я счастлива впервые за долгое время. А Ксюша, она удивительная. Ты же знаешь. Знаю. Но какая она другая с тобой. Я так рад за нее. За вас обеих.
Ха-ха-ха.